Приветствую, друзья! Снова мы с вами встретились в CRC 2005. Давайте продолжать карьеру. На чем мы тут остановились? У нас тут новое задание. Это Progression Racing 1000. Вот как раз этот спецучасток мы с вами и будем проезжать. Поэтому давайте выберем с вами машинку. Наверное, Quadro ID выберем. Имбовая машина. Думаю, должны мы с ней хорошо совладать. По настройкам вроде бы также все окей, все нормально. Значит, ну что, давайте двигаться. Должны стартануть мы достаточно так быстренько. Сейчас мы посмотрим. Хоп, поехали. Давай, 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 давай. Жми, жми, жми. Все должно быть замечательно. Спецучасток, по идее, ровный. Должны мы обгонять от наших соперников. Ну, сейчас все увидим. Как это будет у нас происходить? Ну, вроде бы как догоняем, да? Немножко. Это у нас с вами вторая позиция. А сейчас мы на первое место вытащим. Надеюсь. Ну, прет он, конечно, неплохо. Так нехило. Оп-оп-оп, поворотик, поворотик. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Чтобы не въехать, нормально вписались. Конечно, потеряли позиции. Откатились мы на третье место, но, надеюсь, вытащим это все дело. О, тут уже сыпется у лидера машина. Вижу, то ли бампер у него отлетел, то ли что-то в этом духе. Уху, ничего себе, вот это да, жир. Поворотики, главное вписываться. Снова мы с вами на втором месте. Уже радует. И нагоняем вот этого чувака. Ну, брысь, брысь, подвинься. Дай бате дорогу. Отлично. Здесь главное в повороты вписываться. Вот. Так, контрольную точку еще одну с вами проехали. А сколько кругов? 3 круга. Походу длинные они. Так, ладненько. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Совладали, проехали. На вот этих вот спецучастках нужно быть немножко поосторожней. Ух ты, догоняет. Ничего себе, вот это да. Конечно. Это плохой знак. Мы можем потерять позиции легко. Так, через мост. Газуй давай, бегом. Так, тут немножко срежем. Вот, отлично. Ну, и по прямой. Блин, медленно машинка набирает обороты. Вот вроде бы как и едем, так и в повороты вписываясь на скольжение. И все равно как-то, ну, не хочет машина ехать. Тут ты ему тресни. Так, ладно. Но пока держим первое место, и слава богу. Второй круг у нас. Трассу мы немножко уже с вами заучили. Поэтому, думаю, здесь можно немножко притупить. Нихило себе соперник нас догоняет. Смотрю, у нас... Это кто у нас? Младинин. Считай, на полсекунды от нас отстает. Нихило себе. Вот это, конечно, чувак дает. Ладно, так. Главное вот здесь вот не въехать никуда. Аккуратненько проедем. Зашибись. Так, наверх. 140 километров, 150 с вами топим. Срезаем, и все равно он нас догоняет. Вы представляете, а? Знаки, все, короче, рушим, крушим. О, так. Ну, вроде как все замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стоп-стоп-стоп. Так, есть, нормально вписались. Отлично. Блин, у нас разъединяет с этим соперником полсекунды. Да, вот это вот, конечно, борьба у нас нехилая идет. И это мы не на максимальной сложности, ребята, едем. Вы представляете себе? И так, короче, нагоняют меня эти боты. Капец, они тут топят. То ли финальные миссии они такие хардкорные. Так, вот здесь вот направо.
Главное аккуратненько. Лучше мы немножко будем замедляться. 90 км в час, 100. Топим дальше. Когда там уже третий круг? Ну, пока держим лидерство. Вот через мост. Ну, хило себе. Ай-яй-яй-яй. Фух. Выровнял машину. Слава богу. И главное, не пустил его. Ну, мне так кажется, что он сейчас меня обгонит. Смотрю вот в зеркало. Они прям, ну, сзади меня. Да, это, конечно, жесть полнейшая. Так, есть, писались. Аккуратненько в этот опасный поворотик вписались. И теперь... Так, ребята, буду немножко осторожничать, потому как базарить здесь сильно особо не стоит. Да, нагоняет, нагоняет меня. Так, поворот, этот опасный поворотик. Притормаживаем, сбрасываем скорость. Супер. Вот, уже нагнал меня, представляете? Так, его надо как-то... Как-то выбить. Вот только как получится нам его обогнать. Третий круг. Тут нужно действовать уже, а не заниматься ерундою. Срезаю и похер. Не могу догнать. Вы представляете, а? Вот так вот. Уже, блин, думал, поймаю сейчас столба в машину. Ужас, ужас. Секунда. Ой-ой-ой-ой. Это была ошибка очень большой. Давай, 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 давай. Вот здесь вот, давай. Во, супер, есть, обогнали его. Так, где он там? А, все, есть, он столба поймал. Ну, супер. Осталось вот здесь теперь аккуратненько мне проехать. Среди деревьев, кустов и всего остального. Оп. Оп, оп, оп. Ну где ты финиш? Где ты финиш? Ёлки-палки. Вот, нормально. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, 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 полсекунды, ёлки-палки, опять меня нагоняют. Топи, где финал? Ёлкин кот. Давай, 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 давай. Так, опасный поворотик. Стоп, стоп, стоп. Вписываемся. Аккуратненько, аккуратненько. Есть. Зашибись. Поехали дальше. Наконец-то я выиграл. Наконец-то. Боже, как я рад этому событию. Ой, как сложно это было. Прям даже не знаю. Так, окей. Продолжаем. Следующая у нас открыта. Доступная машина Revo GT, Chiffon и Quadro AD. Выберем эту же мы машину с вами. Так, на этот раз у нас 3 километра. Постараемся также затащить. Шины, бетон. В общем, оставляем так, как есть. Поехали. Так, начинаем следующую гоночку. Уже идет у нас отчет. Первый, второй, третий, красный знак. Ну что, поехали, хоп. Рушили вроде бы неплохо. Трасса у нас такая спринтовая, скоростная. Поэтому будем стараться ехать нормально. Первый круг сделаем контрольный. Будем заучивать. Ехать за первым соперником. Стараться, если, конечно, он там не потеряет какую-то свою траекторию. Оп, развернула нас, зашибись. Едем дальше. Потеряли с вами позиции, но вернули их. Сейчас у нас первая позиция с вами, и нужно теперь ее держать любыми способами. Трассу, естественно, я не знаю, еду по ней впервые.
Ранее она мне не знакома, хотя мы уже сколько проехали, да, уже ближимся к финалу прохождения этой игры, и все равно я ее не заучил. Так, здесь вот у нас дорога, такой вот гусачок или шпилька, как ее там правильно назвать. Попытался срезать, но что-то мне это не добавило дополнительного времени, поэтому, возможно, нужно заходить там немножко шире, чтобы не терять скорость на поворотах. Так, ну здесь по прямой вроде можно не сбрасывать скорость, но все равно машина в скольжении немножко в повороты идет, и может, если сзади соперник будет близко идти, можем развернуть машину на 360 градусов, что, естественно, нам нежелательно это все делать, потому как потеря времени — это очень плохо для нас будет. Так, отлично. Оп. Блин, нагоняет. Ёлки-палки, полсекунды у нас всего лишь лидерской позиции. Что-то мне подсказывает, что мы потеряем все наши позиции. Уж слишком они жестко атакуют меня сзади. Так. Ну-ну-ну. Идем дальше. Скорость у нас 170 км в час. Ёлки-палки, лечу как бешеный. Так, опять я сделал ошибку и потерял позицию одну. Даже не одну, а две уже, наверное. Да, две. Ёлки-палки. Сам же говорил, что нужно заехать пошире, и сделал такое, а. Все. Вот уже четвертое. И у нас остается здесь единственное. Мы их не нагоним так. И придется их атаковать, как-то таранить. Угу, сам уже въехал в столб. Ну да, у нас теперь единственный выход — хотя бы войти в тройку победителей. Постараться хотя бы вот этого первого как-то затаранить его, чтобы он потерял траекторию движения свою. В общем, как-то нужно теперь работать более хардкорно. Так, срежем. Здесь это быстрее так можно. Отлично. Третья позиция у нас. Ну, хотя бы ее удержать уже будет хорошо. Кстати, у нас 6 кругов. А я думаю, чего мы так долго едем? Оно вон, оно что, Михалыч. Хорошо. Так. Вроде догоняю его. У нас разрыв с ним 60 секунд. Так. Вписываемся. Его немножко вот так вот подкинули. Где он? Не потерял он? Свою. Опять я грешу здесь. Да что ж такое? То ли у меня память такая, то ли опять срезал и потерял все позиции свои отбитые. Ну все, у нас тут единственный шанс теперь остается — это хотя бы занять третье место. Тащимся здесь как улитка. Четвертое место. Ужас. Даже не знал. Это, считай, легкая сложность, ребята. И так боты атакуют конкретно. Фух, аж подустал немного. Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай в повороте. Так, в бочину его бьем. Бьем бочину. Оп, есть, отлично. Насколько он там от нас отстал? Ну, на немного. Ну, так, хоть третью позицию. Хотя бы третья позиция, уже супер. Так, 2,5 секунды от нас отстает четвертый соперник. Здесь по прямой нужно топить как можно больше. У нас 150 км в час, 160 уже. Давай. Еще немного. И уже все будет хорошо. Так, поворотик, вот. Наконец-то. Все равно он меня догоняет. Вы представляете, а? Да что у него там за двигатель такой стоит в машине? Так. Лучший круг. Ян Оле какой-то. Очень тяжелая гонка. Прям даже не знаю. Неужели все такие спецучастки будут как этот? Так, получится. Эх, ёлы-палы, все, начало меня шатать на дороге, все, потеряли позицию. Ну, переезжать уже мы не будем, этот спецучасток, едем так, как и ехали.
Тем более пятый круг уже. Все. Все надежды у нас на победу, так сказать, ушли. Единственное, если мы третье место с вами хоть каким-то чудом оставим, то можно считать, что эта победа нам удалась. Ну, давай, давай, чё ж так долго? Пятый круг до сих пор едем. Когда там уже шестой начнется? Задолбался уже рулить. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Давай, давай, скорость у нас хорошая. 170 км в час. Так. Поворот этот опасненький. Все, есть, проехали, движемся дальше. Четвертый соперник от нас отстал на почти на 3 секунды. Нужно теперь как-то это все дело теперь не упускать, потому как если еще раз меня развернет, это все, это считай, победа ушла. Вот опять он меня обогнал. Ёлки-палки, да что же это такое? Давай уже хоть нет, надо его в любом случае как-то выбить. Блин, отставал же на 3 секунды, и что? Опять он спереди меня. Давай-давай, в бочину его. Эх. Промазали, но в любом случае пока что у нас третья позиция. Хорошо. С вами атаковали его. Но... все равно он нас нагоняет. Уже вот у нас разрыв секунда. Я смотрю, это кто у нас там? Младинин. Нехило он у нас топит. За лидера я вообще молчу. Так. Ну, где ты? Где ты? Давай, так. Опасный поворотик у нас. Снова проезжаем его. Давай. Все, супер. Так, шестой круг. Ну, главное, давайте доедем как-нибудь. И все будет хорошо. Лучшая гонка. 0.08. Блин. Так, все, победа. Ты вошел в тройку. Ну, наконец-то. Хоть что-то меня радует. Уже хорошо. Гонки даже не ожидал. Настолько все сложно. Так, ребята, ну и что? Что нам следующее нужно проезжать? Ага, вот у нас открытая гоночка. Доступные машины. В общем, проезжаем вот эту гонку. Значит, здесь у нас 5 кругов. Длина круга 2 километра. Что-то в этом духе. Короче, однозначно берем и внедорожник. Какой-то. Не, это точно не берем. Вот, пикап. Вот его как раз мы и возьмем. Фух-ху-хух. Подустал я, ребятки. Первая позиция у нас.
сложная, но в поворотах, конечно, она встает очень сильно. Особенно на вот этом вот повороте, только что, который мы проезжали, вообще машина очень короткая. И только на этом повороте мы можем потерять массу времени. Будем надеяться, что все будет хорошо. Третий круг. Едем. Так. Во, супер. Сейчас опять этот будет опасный поворот. Сейчас еще два поворотика. На нем нужно быть предельно осторожным. Мы уже к нему подъезжаем. Так, вот. И сейчас вот он будет. Так, осторожненько. Опа, отлично. Зашибись. Как же ж машину кренит. Остается два круга проехать. Мы уже с вами почти полчаса ездим. Фу-фу-фу. Давай, 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 давай. Так, на вот этом повороте нужно осторожненько, вот. И последний у нас круг. Его благополучно сейчас проехать. И в принципе эту дисциплину мы с вами закончим. Главное, чтобы на 360 нас градусов тут не повернуло и не перекинуло машину. И все будет отлично.
Так, ну наконец-то. Можно считать победа. Фух. Есть. Первое место, все. И вот у нас ралли-кросс турнамент Winners Cup. Также нужно его будет проехать, даже не знаю. Вот у нас пикап есть. На пикапе как раз этот кубок сейчас и проедем. Ну и думаю, на этом завершим наше прохождение, то есть это видео. Оставим остальное напоследок. Так, у нас 5 кругов, длина круга 1,5 километра. Подвеска для пикап, мотор для S-Racer 4x4, коробка для Quadro IT. Все отлично. Берем наш пикапчик, он меня вполне устраивает для этой местности, поэтому на нем как раз мы и будем ехать. На нем можно и соперников растолкать, и вырваться вперед. Так, ну давай. Есть, вырвались. Тем более здесь у нас такие вот узкие дороги. Обгонять тут сильно не получится, но... Хоть и машина не повороткая, но... Во всяком случае, мы сможем лидерство хоть как-то держать. Только не деревья. Также очень сложная трасса. Особо разгоняться не получится. Тут по туннелям. Трасса мне вообще не знакома ранее. Так. Первый круг как-то мы с вами проехали. Очень узкие дороги, особенно на вот таких вот поворотах, ну очень сложно машину держать в правильной траектории. О, тяжело-то как. В поворотах прям чувствую, что сносит переднюю ось. Третий круг. Так, у нас запас 11 секунд. Ой-ой-ой-ой. Главное не перекинуть машину, потому как это с электрозиком. Потому что если нас кто-то обгонит,
обогнать его на таких вот узких дорогах будет очень проблематично. Так, ребята, четвертый круг у нас идет. Фу-ху-ху-ху-ху-ух. Вот и пятый кружок, последний наш, и мы выиграем кубок. Но здесь, в принципе, нам можно не спешить. У нас запаса 18 секунд. Вот что я хочу сказать, что здесь в игре не сбалансирована сложность. Вроде как на одной трассе едешь хорошо, на другой тебя боты обгоняют по полной программе, и ничего ты не сделаешь просто с ними. Последний туннельчик, и в принципе вот уже и финал. Оп, отлично. Фух, выиграли. Так, ребятки, выиграли мы кубок с вами, и у нас теперь остается, открылись у нас, а что у нас открылось? У нас больше ничего не открылось, ребята. Кубок, здесь также кубок, мы выиграли, все, выиграли. Ребятки, больше не открывается у нас. Вот эти вот, смотрите, первая, третья, вот здесь вот у меня бронза. Но я не знаю, я попробую не на запись проехать его на золото, возможно откроются какие-то вот эти вот задания. Если откроются, то можно считать, что финальные видео у нас будут. Если нет, то... считайте, что это последнее видео по этой игре.